Ну что, друзья, обещанный выпуск, отдыхательный выпуск. Да, булочка, все. Все, уже. Она посыпалась. Крошками. Поэтому все, мы, короче, валим нафиг. Билет в один конец. Куда привезут, короче? Куда привезут, да. Сначала надо купить колонку, мы забыли колонку. Да. Наш прилет из Америки составил 14 часов, и второй перелет был 3,5. За это время мы успели покушать. Вот тут я кушаю лосось, он был очень вкусный. Вот такой вот классный большой экран, также креветки и какой-то лимонад, ну и фруктики. А тут кое-кому стало скучно. Это что ты делаешь? Я захотела посмотреть Чарли шоколадную фабрику, вспомнить детство. Вот тут мы комфортабельно разложились на, кстати, одноместном сиденье. А вот тут уже не так комфортабельно стало, и кое-кому пришлось вернуться на свое место. Мы прилетели в Доху и просто бродили, изучали аэропорт и купили колонку. После небольшого шопинга мы направились в лаунж покушать. Кто-то очень устал. Я даже не знаю, сколько времени сейчас. И кем вообще? Бутерброды. Это, знаешь, вот газированная вода с сиропом. Ты делала это в маленьком? Смешивала сироп с водой? Нет. Я любила просто спрайт. Так я не могу понять, это черный или серый? Это черный. А этот кофейный. А где кофейные чашечки? Ну, она их не поставила, но это же не серверовка стала кофейной чашечкой. Пить у меня расходилось. Это сервировка стала. 0,15 посадка. Сейчас. В общем, знаете что? А ну-ка. Подписывайтесь, задавайте вопросы, ответы задавайте тоже. Мы просто летели уже, 14 часов пролетели. Еще через час посадка, и потом и мы летим 3,5. В общем, да, скоро вернемся. Bye! Вон, Депарчер, смотри, уезжает уже. Но не мы. Невезуха. Вот я теперь в очереди этих людей, которыми я угорала, когда мы сюда приехали. Да, все, теперь мы уезжаем. Но вы пока нет, потому что вы еще смотрите выпуск. Наша лодочка вон там. Ведешь катамаран? Где? Да. В общем, у нас тут тепло и... Я бы сказала, очень влажно. Очень влажно. 8 утра, как бы... 8 утра плюс 28. Уже отлично.
сейчас я расскажу вам про нашу виллу, потому что у Натуси не очень получается. Это вот мы заходим, я сижу на диванчике, я там всегда сижу. Это, значит, спальня, написано «Welcome», там есть телевизор. Мы его смотрели пару раз. Вот такой вот, как сказать, шкаф, типа там оставляем сумки. Офигенная ванна, очень большая, просторная. И классный душ, там же есть выход. О, какие лапки! Также сразу есть выход на террасу, но мы пока идем в другом направлении. Заходим обратно в спальню, там все так же я сижу, но мы не обращаем на меня внимания. Проходим дальше, тут такая чилл-зона, холодильник, там постоянно обновляется мини-бар. Мы заходим на террасу, здесь два комфортабельных лежака, такой классный гамак, где можно валяться, накидать туда подушек и наблюдать за рыбками. Также есть вот еще такие диванчики. Отличный большой бассейн, все они обычно не глубокие. Вот так вот все красиво выглядит. Единственное, что, конечно, вода прохладная. А это вот наши попыточки начать наслаждаться отдыхом. Наблюдаем за ними. А как же экология? На 3-2-1 сейчас будет выпущена ракета. Смотрим. Это вообще не бутылка, как это малышка. Тот самый момент, когда теряешь в жизни что-то дорогое или часть этого самого дорогого. Ну, это же весело. Я только хотела сказать, я никогда не пуляла. А это такой сюрприз от отеля. Нам сделали именные таблички и повесили их на велосипеды, чтобы мы их, видимо, не потеряли или чтобы все всегда знали, где мы находимся. Доброе утро, первое утро. Первое утро. Едем на завтрак. У нас такие велосипедики именные, между прочим. Вот, вчера был очень интересный день, придурка такой. О нем расскажем чуть позже, но было, конечно, супер весело. Вон там ответственный человек пакует крем от сгорания. Потому что солнце здесь очень сильное и уже вчера немножко. Корзиночек. А? Велосипедов не хватает корзиночек. Корзиночек очень не хватает, да. Поехали. Мы едем кусать. В общем, доехали на этот завтрак. Всякие закусочки, орешки, салатики, выпечка, что-то там типа омлетов и так далее можно заказать отдельно. Вот, а еще здесь фрукты. А у нас наконец-то обзор на еду и на рестораны отеля. Это основной ресторан, где подают шведский стол. Здесь очень много булочек, сухофруктов, фруктов, но мы не можем на них посмотреть и оценить их качество в должной мере, потому что Наташа снимала немножко быстро, торопилась кушать. Вот тут всякие овощи, также много арабских блюд. Вот я накладываю себе гору хумуса. В общем, много всего, также можно заказать что-то, какие-нибудь яйца или блинчики, вафли. Все, что, в принципе, нужно, все есть. Арабский блинчик. Я тоже. Довольно, все виды молока есть. Не попробуй, вкусное, нет? Они из кокоса просто эту воду сливают. Вкусно? Прям как манья. Купи маме. Вчера был очень классный день. Да. Забукили себе массаж на вечер. Весь день, значит, мы прилетели. Короче, массаж должен быть 6:45. Нам сказали 6:30 приходить. И в какой-то момент меня жестко вырубило где-то часа в 4. Я открываю глаза. Смотрю, уже темно. Я просто смотрю на часы, там, блин, 6:25. А нам 6:30 надо уже быть там. У меня просто... А я вообще не собиралась просыпаться. Давай. Мы опаздываем. Смотрю у него по глазам. Я вообще не понимаю, что происходит. Она вообще... Я не поняла, где мы, сколько времени, и планируем сразу ехать. Она думает, что она еще на турнире просто. Да, так... В общем, не знаю, как мы собрались, и мы приехали в 35. Просто вот за 10 минут мы успели прийти в себя. А, еще мы начали ходить на великах. Ночью, уже темно было. Там темно. Я вообще не понимаю, как она сейчас поедет.
Я вообще потому был... что в глазах. В глазах туман, а я дорогу еще не помню, блин. Но все хорошо. Массаж сделали, я на нем уснула опять. Обожаю арабский завтрак. Точнее, его детальки. Хумус, огурчики, оливки. Пита. Вообще класс, обожаю. А вот я одно это время кусочки, обедала кусочки. Постоянно вот просто. Типа пита, хумус, там, огурчик, оливка. Ну, не потому, что тебе прям очень нравилось. Но вот мне... это тупик. И мне не нравилось. Мой. Тоже тупик. Очень не нравилось. Нравилось. Я беру пиццу. Ну ладно, не буду забирать от тебя. У меня есть. Я делала хумус как сама. Но все равно получается не такой. У тебя нет арабских клавиш. Что ты слышишь, наконец-то? Кто такой красивый? Кто такой заспанный? Мы проснулись в 6. Вот рыбка, вот, вот. Что? Рыбочка. Охуеть? Вот она, вот она. Да, я вижу. Да, блин. Мне кажется, она ревнует меня к тебе, и поэтому, когда ты подплываешь ко мне, она тебя атаковать. Я сейчас пойду разберусь. А? У меня очко запотело. Очко запотело. Давай. Все, я теперь буду вести этот. Давай. Это все. Поэтому мы уходим отсюда. Ну, тебе птица за едой, а это она. Уже. Она что защищает? Ну да, что все пытается с птицей бороться. Борьба за отель. О, она крылья подняла там. А вот это ресторан, тут покусть. Да, тут завтрак, буфет. Буфет, завтрак, обед, вот так. Потому что тут 7 часов, а вот в арабском там только с 10. А так как мы просыпаемся завтрак вообще еще затемно, да, мы чаще ходим сюда. А ложимся спать? 10 вчера, ух. Ну, раз мы позавтракали тут в 7, и в 10 или там в 11 пошли в этот другой. Вообще мы целый день едили. Что будем с этим делать? Кушать. Хорошо, коралл. А вот я говорила. А я говорила, что тут опасно. Очень. А я говорила. Просто кошмар. А ты советуешь Мальдивы? Я очень советую Мальдивы, но... Вон рыба. Кем-то, чтобы кто-то был рядом. Ну, одному здесь действительно очень грустно. Если ты любишь одиночество, тогда... Ай. Бля, это рыба меня ударила! А не ты! А больно-то! Она врезалась? Ты врезалась или укусить пыталась? Ты прикинь! Меня выбрала. Сейчас поймаю рыбу. Прикинь, меня выбрала, не себя даже. У меня тут, потому что икры какие-то свистели. Она где-то корки. У нас будет что-то типа обеда в арабском ресторане, куда мы хотели попасть утром, но приехали слишком рано. Нам еще не кормили. Я лев. Да. Вообще везде вот эти вот там, где влажно, у меня вообще попа с волосами. Итак, друзья, обзор на второй ресторан, который находится прямо на пляже. Это арабский ресторан, но на обед можно поесть такие блюда, как цезарь, например, или какие-нибудь кальмары во фритюре вот с таким красивым видом на лодочке и на водичку. В общем, мы заказали спринг-роллы, овощи темпура, кальмары темпура и цезарь с
креветками, но это как-то все выглядит больше каким-то японско-испанским, чем арабским, но вот как-то так получилось. А еще здесь очень классные вот чашечки, стаканчики, я люблю всякую такую посуду интересную, и вот эту я прям заценила. Шила, пока ты там бродишь. Еще не закончила. Соня накидала. Покушайте. Покушать важнее. Я люблю спринг-роллы. А я люблю пироль. Я чувствую, это безвкусно. Я же его не люблю. Питонная акула. Как зубы есть. Питовая. Красивая. Я имею в виду, она там глубоко где-то плавает, она у побережья не находится. На мой ответ ответишь? На мой вопрос ответишь? Как? Зубы есть. Еще один интересный вид тупорылых акул. Акулы-няньки идут донный образ жизни. Они на дне. Так, зубы есть? Если нет зубов, значит, зубопасности нет. Если она огромная, она может тогда просто проглотить, так... А если она маленькая, то вряд ли она проглотит. Как вам вообще отдых? Отдых потрясающий. Я никогда в жизни, вот типа в отпуске, ничего не делала. А сейчас уже второй день ничего не делаю. Без фитнеса... Я только так и отдыхаю. Отдыхаю. Без фитнеса Саня будет, конечно, брат твой, который... Хотя нет, он меня спрашивал, он такой говорит, будешь что-нибудь делать там? Не, он говорит, ну ты, наверное, будешь в зал ходить. Я такая... Я думаю, я поддержу, да. Ну посмотрим, может, Даша сама не выдержит. Пойдет. Может, Даша сама не выдержит. Поэтому, может, мы и потренируемся. Но не сегодня. Сюда иди! Даша! Че, боишься? Поехали! Дождь пошел. Солнце светит и сильный дождь. Достаточно очень сильный, да. Сейчас я тебя промок. Давай, пицца, поехали, нормально. Он не хочет ехать. Ладно, поеду к ней. Стоит под дождем, а я зато вот у меня есть зонтик. Ты чё под дождем? Мы танцуем под дождем. И что ты отказалась ехать дальше? Потому что что-то как-то... Ну, знаешь, вот дерево спасает до поры до времени. Сейчас оно тоже прицет. Куда оно прицет? Нормально, еле капает. Еле капает. Писка. Там, блин, нормально льет, а тут практически не попадает. А я уже промокла. Ну... Ничего, ничего не вкуснее. Дай попробуй. Вчера она была прям густая такая. А мой не колядь. А вы не будете? Ну, я оставлю. Это не чашка, как красиво. Ну, чашка, все, что... Да. Ну, не, она вкусная, но пинаколочки вкусные. Конечно. Ладно, сейчас возьмем. Спасибо, я покатываю попить. Возьми вот сразу так... две. А, то есть, подожди, взять две, чтобы ты сейчас одно выпила, пока я хожу. Нет, все не так. А просто так? Возьми две. А почему не три? Ну, возьми три. Хочешь, четыре возьми. Я нашла себя вчера. Да. Я на первый день прочего. Я первый. Плюс 7 килограмм. Я первый день по сезонке. Нам тут такое принесли. Какое? Смузи такое принесли. Смузи. Thank you.
Это все потому, что я люблю желтый свет. Цвет. Ничего необычного. Ой, только посмотрите. Суши, муши на завтрак. Yeah. Плавающий завтрак сегодня. А, это гранола, ну что за салат? Сейчас такое забубеним. В плавание тебя отправляем. Сейчас она туда. Не, а прикинь, если да. Ну хотя бы. Ты куда? Очень нервно. Надо перетерпеть. Так, у нас для фотки не подготовлено ничего. Можно вот так, конечно, с селфи-палкой. Сейчас солнце выйдет, я все надеюсь, от что от этого вода выйдет. Теплее резко не станет. Но хотя бы будет потеплее ощущение. Нет. Мы все съели. Мы не все съели. Не все съели, но все, что хотели, все съели. Куда мы идем? Успокойте рыбу. Воды. Я не особо фанат в этой всей Москве. Но вот почему-то я решила, что... Вот по моей прическе все понятно. По моей тоже. Ну, я не думала, что 2 часа ты должен провести просто в воде сам плавая. Так мы не провели, 45 да минут, мы... все закончилось. Пейзаж особо не менялся. Локация так все. Ну... Сегодня идем в ресторан. Но сегодня какой-то крутой фриздиперстовый ресторан французский. Там будут приносить блюда вот как размером с оливочку. А еще нам принесли, короче, макароны. Жареные. Макароны. Они не варено-жареные, они чисто прямо просто сухие макароны, которые в темпуре. Блин, какая же много. Ну а потом мы пошли в этот крутой ресторан, но ничего снять не получилось, потому что свет был очень плохой, поэтому покажем, что мы кушали. Это какая-то закуска, я уже не помню из чего она, но было неплохо. Это супчики, у меня суп из сыра, у Наташи, не помню, какой-то красный на борщ похож. Предположу, что это может быть томатный суп. Вот я его пробую. Он мне, скорее всего, понравился. Это пика. Пика всегда со мной. Потом нам принесли какой-то сорбет, видимо, чтобы перезагрузить рецепторы перед новой подачей блюд. Ну, а тут перезагружаюсь я. Очень мне хорошо прям. Наташа заказала себе лобстера. Выглядит он лучше, чем был на вкус. Он был сухой и достаточно плохо жевался. А вот мяско, которое я заказала, было прекрасно. Оно выглядит очень хорошо. И на вкус тоже было классное. А это тирамису. Он был не самый лучший. До итальянского настоящего ему, конечно, далеко нет. Как много крабиков! Или меня. Ты красивая. Скаты, блядь! Скаты! Скаты! Скоты!
сегодня у нас супер активити. Мы пришли покататься на странном катке, на странных коньках. Еще нет. А смотри, теперь эти качельки в воде, да, поэтому они все в какой-то штуке. Приливчик. Приливчик. Смотрите, какие супер коньки. Прикольно. Во-первых, очень странно. Ё-моё, друзья. Меня оставила одну. Знаешь, я тебе тут даже не помогу, потому что ноги разъезжаются. Тоже мне фигуристка. Я не понимаю, как просто проскальзывать. Когда ты толкаешься, у тебя лапочка не должна проскальзывать. Ползи сюда, котёнок. Ползи. А мы уже научились до такой степени, что сейчас будем играть в хоккей. Но мне было бы, конечно, попроще. Эти, они, во-первых, они как хоккейные без зубцов, а во-вторых, они супер тупые. Хорошо. Катались. Да. Я вообще профессионал. Я там, ну просто это не попало, я там тулупы делала, аксель. Да, ну, тройной. Да. Попробовали выброс Наташи, но у нее не получилось меня выбросить достойно. Достойно. А все одиночные элементы просто на ура. Идеально. Вращение. Вращение, такие там пустые. Дорожка шагов идеальная. Я, и все вот на вот этом клочке. Да, и все это на четвертый уровень. С плюсами плюс 5. У нас сегодня заключительный ужин. И нам дали special table, потому что у нас в номере обвалилась крыша. Смотрим наверх, а там такая дырка. Это, возможно, не знаю, чего. Может, от того, что мы дожди. Как-то промокло, короче, все рассыпалось. И нам, собственно, дали столик и обещают лобстер. А мы, конечно, очень нарядились для сегодняшнего ужина. Я немножко офигела, когда сегодня увидела обвалившийся кусок потолка у нас на диване. Нам даже предложили поменять виллу. И мы бы согласились, если бы сегодня был не последний день, и не хотелось бы его тратить на то, чтобы собирать сумки и переезжать в другую виллу, потому что предложили типа самую лучшую, с горкой там, большую. Что скажете? Что скажете? Скажу, что выглядит достаточно аппетитно. Лобстеркин хвостик. Лобстеркин жареный с сыром, по-моему. Да? Прикольно. Будем сейчас пробовать. Да.